Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Сегодня у нас 12 ноября. У меня появились всходы огурца. Посеяла, чтобы выращивать на подоконнике. Огурец вот такой, платошу я взяла. Он раннеспелый, высокоурожайный, партенокарпический, гибрид корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения проходит 39-43 дня. Зеленцы темно-зеленого цвета, крупно-бугорчатые, цилиндрической формы, однородные, длиной 9-12 см, массой 100-120 грамм. Ну, мне понравилось, что он для гибрида характерный длительный период плодоношения, повышенная теневыносливость и стрессоустойчивость. Ну, вот решила вырастить его на подоконке, что у меня вырастет. Посмотрим, как я его садила. Взяла емкость. На одну положила вот салфеточку, потому что там, видите, отверстие, чтобы не просыпалась земля у меня. На дно заполнила грунт туда, насыпала. Так. И теперь его немножко сверху, как так, немножко уплотнила. Так вот насыпала грунт, немножко уплотнила. Теперь я этот грунт проливаю горячей водой. Вот она, видите, пара идет градусов 60-70. Прямо так хорошо его пролила туда, чтобы оно все пропиталось. Вот. И теперь минуточку где-то ждем, чтобы хорошо пропиталось все это. И прямо на этот грунт горячий я кладу семя огурца. И засыпаю грунтом сверху, ну, где-то 5 сантиметров примерно вот так, чтобы он прикрылся хорошо. И немножко придавливаю. Но вы можете даже сбрызнуть еще водичкой, но я даже не сбрызгивала. Она от этого напитывается, верхний слой, потому что там я пролила горячей водой. И вот так он у меня стоял и пророс. Теперь я его помещу в целлофановый пакет. Ну, можно пленочкой закрыть. И поставлю под фитолампу и прикрою полотенчиком. Так он будет стоять сутки. Потом полотенчик убираю. Ну, вот так вот я посеяла, и вот у меня зашли. Это я сеяла 9-го, сегодня у нас 12-е. Что получается? 9, 10, 1. Ну, на 4-й день всходы появились. До новых встреч!